Всем привет! Продолжаем смотреть интересные картины интересных художников. Григорий Семенович Седов, русский художник исторической живописи, академик Императорской академии художеств. Родился в Москве в 1836 году в семье мясоторговцев. Художественное образование получил сначала в школе живописи и ваяния в Москве, а затем в 1857 году поступил в Академию художеств. Результатом успешного обучения стали малая серебряная медаль за рисунок и большая серебряная медаль. Я цитирую Википедию, текст из Википедии. Его картины «Путешественники, застигнутые дождем» и «Поход Олега на Царьград» были представлены на выставке 1862 года. Через два года Григорий Седов получил малую золотую медаль за программную картину «Меркурий усыпляет Аргуса», а уже в 1866 большую золотую медаль и звание художника первой степени с правом на пенсионерское пребывание за границей в течение 6 лет за программную работу «Обращение Владимира в христианство». Через некоторое время уезжает в Париж, живет там 3 года. В Париже Седов написал 2 картины «Христос в темнице» и образ Пресвятой Троицы, куполе алтаря Парижской православной церкви. В Париже он ослеп на 1 глаз. Незнание иностранных языков и болезнь глаза сильно затрудняла его жизнь за границей. Через некоторое время он вернулся в Россию. 3 последние года пенсионерства он провел в Москве, занимаясь в основном работой для церквей. Получил от Академии художеств звание академика за картины «Иоанн Грозный» и «Малюта Скура». В 1876 году Седов показал на выставке Академии художеств свою известную картину «Иоанн Грозный любуется Василисой Милентьев», которая имела огромный успех. Умер Григорий Семенович Седов в Москве в 1884 году в возрасте 48 лет. Ну вот и все, что мне удалось найти о русском художнике исторической живописи, академике Императорской академии художеств Григорий Семенович Седове. Все, всем пока, всем привет, до свидания.